Премия G-Drive «Лучший игрок месяца» — это совместный проект футбольного клуба «Зенит» и сети АЗС «Газпромнефть», представляющий топливо G-Drive. После каждого официального матча «Сине-бело-голубых» в официальной группе «Зенита» ВКонтакте открывается голосование, в рамках которого болельщики могут выставить свои оценки всем футболистам, принимавшим участие в игре. Премия вручается на протяжении 6 последних сезонов. По итогам сентября G-Drive лучшим игроком месяца стал Юрий Жирков. Капитан первого ранга Мороз Михаил Николаевич. Ну вот, тут у меня домашний музей. Начнем, наверное, вот отсюда. Так вот, идут корабли в океаны моря. Идут они в дальние дали. Повсюду пришлось нам бросать якоря. Мы многое, друг, повидали. Но всюду храним мы отчизны покой, скитаясь на вольном просторе. Вот то, что черты, это там, где я ходил-бродил. Дается задание кораблю подводному. Отводится в мировом океане квадрат, где он должен нести службу тот срок, который ему отведен. Для обывателя это была фраза «холодная война». Для подводников это была война настоящая. Яйцо страуса. Это министр иностранных дел Республики Сомали подарил. Куба. В этом доме осталась память. Вон мачете, подаренная Фиделем Кастро. Вот. С Фиделем мы были в добрых отношениях, встречались, а с Раулем мы подружились. Он звал меня «Морской Буденный». Тогда в ту пору усы у меня были пышные и черные. Фидель Кастро, Рауль Кастро, и тут мы. Это было в 69-м году, а это в 74-м. Государство Маврикий. Там единственный в мире, в столице, в Порт-Луи, музей пиратов. Узнав об этом, мы решили туда сходить. Было человек 40, может, 50. Встретили нас руководство музея, и мы пошли понять. Нас готовы были на руках носить. На завтра все столичные газеты, главная тема рассуждений, описаний, было посещение музея. Приходят другие моряки, англичане, французы, испанцы. Идут куда? В бордели, дом терпимости. Советские пришли в музей. Первый раз в его истории. «Газпром», ты смотри. Юрий, поздравляю вас с победой, лучшим игроком сентября. А это и есть победа. Как победителя приглашаю вас в музей, поскольку вы любите наше героическое прошлое. Добро пожаловать! Выходит команда соперник, и здесь они видятся впервые. После чего команда выходит на поле. От имени ветеранов подводников города сердечно приветствую и поздравляю вас как лучшего игрока сентября. От всей души желаю новых успехов
И главное, стань чемпионом России. Спасибо большое. И сувенир. Здоровья вам. И взаимно. Дорогие товарищи, вы видите, прожита жизнь. Бывал на матчах и разных. Но то, что сегодня, это впервые. Поэтому новых побед и всего самого доброго от всей души. Мы с вами в одной упряжке, только вперед.